Сегодня мы собрались, наверное, по очень хорошему поводу, ребята. В ваших глазах, ваши глаза должны искриться, улыбки на лицах не сходить. Начался 2016 год, что я хочу сказать. И мне очень радостно, что год именно начался так, как никогда. Мы буквально проработали одну рабочую неделю. Вот уже у нас такое большое событие в городе Кингисеппе, в Кингисеппском районе. Сегодня мы будем вам вручать ключи от вашего первого собственного жилья в рамках программы Кингисеппского района по обеспечению жильем граждан, благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории Кингисеппского района. В этой большой программе, которую мы реализуем в разных направлениях, естественно, одним из самых важных направлений является программа обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 8 сегодня присутствует здесь из вас, из 9. Что я хотел бы сказать, что, ну, если вспомнить, я уже не буду вспоминать 2014-2013 год, мы в том году часто вспоминали про это, но хотя бы вспомнить прошлый год. В прошлом году мы вручили в этом помещении 27 комплектов ключей от благоустроенных квартир вашим сверстникам, ребятам, которые постарше вас, может быть, тоже, которые уже спраздновали свое новоселье и вот будут праздновать скоро, потому что мы перед Новым годом вручали практически ключи. И вот нам удалось, не останавливая эту программу, с поддержкой целевой программы Российской Федерации, бюджета Российской Федерации, бюджета Ленинградской области, в том числе и нашего скромного софинансирования, решить проблему жильем и для вас. Пожелать вам добрый путь со своей крышей над головой. Реализуйте себя. Не думайте, что это кто-то сделает за вас. А будьте настойчивыми, упертыми и достигайте цели, что бы это ни стоило, своей жизни. Сергей, видишь, все получилось. Сереж, вот это брелок, ребята, у всех такой брелочек на плечах. Это наш талисман, чтобы он также вас охранял. Твои ключи держи. Это ключи, маленький наш подарочек.